Я у судебных приставов получил 40 часов обязательных работ, направление на отбытие наказания за Фрезиновский парк. Это та самая история за собрание, которое прошло 1 июня, и это знаменитое противостояние, которое длилось практически 9 месяцев, митинг против собрания. Вот сейчас мы подошли практически к логическому завершению. Я направлен в ПТП, ПТП-1 на Мудрова для отбывания этих 40 часов обязательных работ. Я, соответственно, дополнительно информирую вас, куда я конкретно буду направлен в ПТП, и, соответственно, всех приглашу на это отбывание. Поэтому сейчас самое хочу главное добавить, что мы продолжаем защищать парк на Фрезиновской, и обязательно приходите 26 марта на митинг на улицу Воровского, чтобы еще раз заявить наше требование о том, что между домами 26 на Фрезиновской мы требуем организации официального парка и перевода земли в категорию R1.